Здравствуйте, меня зовут Шадриков Илья, я являюсь руководителем спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» начал свою деятельность в мае 2011 года в городе Красногорск. Клуб организован настоящими патриотами России, действующими боевыми офицерами, разработавшими собственную уникальную практическую систему спортивно-патриотического воспитания молодежи, в которой гармонично переплетены спортивные, военно-патриотические, духовно-нравственные и физкультурно-оздоровительные направления. Спортивное направление клуба базируется на занятиях по боевым искусству, где молодые люди осваивают технику ударов руками, ногами и приемом борьбы по пяти основным дисциплинам – боевой самбо, рукопашный бой, бокс, смешанное единоборство и кикбоксинг. Довоенная подготовка – это немаловажное направление системы воспитания клуба «Ярополк». Организаторы клуба – это действующие кадровые офицеры, способные на высоком уровне преподать современную систему подготовки бойца, пробудить интерес к воинской службе, воспитать в молодом человеке характер защитника Отечества. Физкультурно-оздоровительное направление в системе воспитания клуба «Ярополк» закладывает в юное сознание основные правила ведения здорового образа жизни. Методика оздоровления воспитанников клуба построена на проверенных славянских практиках, а это обливание холодной водой, обтирание снегом, регулярные походы в русскую баню. Духовно-нравственное воспитание является одним из основных направлений в деятельности клуба. Высоконравственные, неравнодушные к своему будущему и будущему страны граждане – это опора государства. В здоровом теле должен быть здоровый дух. Поэтому, кроме тренерско-преподавательской деятельности, клуб «Ярополк», начиная с 2012 года, регулярно проводит спортивно-патриотические мероприятия. Яркие, захватывающие шоу с участием различных творческих коллективов и звезд. Мы убеждены, что хорошо организованные профессиональные турниры способствуют популяризации спорта, пробуждают в людях желание развиваться самому и растить подрастающее поколение здоровым. Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей Свиридов. В прошлом игрок в баскетбол, трехкратный чемпион Советского Союза, чемпион Европы, мастер спорта по баскетболу. В нынешнем актер театра и кино, надеюсь, вы меня узнали. Я безумно горд быть другом спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Вы знаете, когда мы познакомились первый раз, когда ребята пригласили к себе, я увидел, что они делают, у меня, правда, побежали дрыжики, мурашки, вот, потому что... Это было что-то настоящее, это есть что-то настоящее. Увидев вот этот запал в глазах у детей, то, что они являются частью данной программы, данной школы, вот, это было нечто очень крутое. Вот, поэтому ребята делают настоящее дело, и я горд быть частью, маленькой частичкой этого.